Из видео все нормально, как ты плохо увидишь. Я жизнь свою проиграл. Двум сопляка. Но ведь по счетам надо платить. А это было не просто так. Дело чести. Давайте мы вам вызовем такси и домой отвезем. Домой. Кончайте минутку, пожалуйста. Вы только не встретитесь. Вы же знаете, я не из назойливых клиентов. Но мне часто бывает так в жизни, чтобы вернуться с того света. Из грубо в буквальном смысле. И куда? Я думаю, домой. А ведь там тоже гроб. Послушайте. Вы же меня знаете, я не назойливых клиентов. Ну, до конца дойдем, потом переснимем, что пройти до конца. Аня, послушайте. Вы меня не знаете, да и я вас, в общем-то, тоже. Давайте уедем вместе, прямо сейчас. Пускай эта пробина жизни останется здесь, а там начнется совсем другая. Нет, нет, вы не подумайте, что плохого. Я не предлагаю обстрелиться или какую-то другую гадость. Просто будьте рядом. У меня никого. Никого нет. Да и вам, ну, что здесь терять? Извините. Извините, дорогой. Стоп.